Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин вновь обсудили эскалацию в зоне Карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба Кремля, по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Продолжено обсуждение обострившегося вооруженного противостояния в зоне Карабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения. Владимир Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий, говорится в сообщении Кремля.